У самого синего моря так много красивых историй. Наипервейшее для нас интересное, конечно, пляжное. Круглый год, лето не исключая, нам не хватает солнца. Следующее, не менее важное, съедобное. Круглый год, лето не исключая, нам не хватает, неужели вы думаете, я скажу, еды? Ярких впечатлений, а те, что можно попробовать, безусловно, одни из самых ярких. Здравствуйте, дорогие друзья, к примеру, наивкуснейший салат. Овощи с сыром в Греции греческий, в Болгарии шопский, только ли сыром отличается, там фета, там брынза, а может быть и перцы в греческом салате греческие, а в болгарском болгарские. Готовим, правда, не салат, а просто перцы по-болгарски. И вспоминаем. У перца болгарского, как можно себе представить, и что на поверхности и по наименованию «Историческая родина – Болгария». А нет, всем известна Центральная Америка. Дикие перцы и до сих пор произрастают на территории Мексики и Колумбии. А что до пути к нам, привычному имени. В конце 15 века испанцы завезли перец в Европу через Испанию и Португалию. Он попал в Турцию, а спустя еще несколько веков добрался и до Болгарии. Впрочем, есть версия, что добравшиеся до Болгарии перцы через Турцию и через Испанию – это были две совершенно разные истории. И испанскими новшествами в Болгарии уже никто никого не удивил. Но не суть. Интересно вот что. Доподлинно известно, что в странах Европы перцы использовались сначала в молотом виде как приправу. Первыми, кто стал выращивать их для еды в свежем виде, были опять же испанцы. Но именно болгарские селекционеры, как пишут, вывели сладкие, нежгучие сорта перца с крупными плодами. Что ж, вроде бы это предположение выглядит вполне правдоподобно. Только то, что весь остальной мир о болгарских селекционерах не помнит или не догадывается, оставляет вопрос открытым. Ведь болгарским перец называют только у нас. Даже сами болгары называют его просто перец или так, сладкий большой чушки, острый маленький жгучий чушки. Ну а коль скоро в советские времена перец к нам приезжал именно из Болгарии, поэтому у нас он болгарским и оказался. Чушки бюрек, так называлось бы это блюдо на исторической родине, в Болгарии. Ну и болгарский перец по-болгарски звучит, по-моему, тоже очень симпатично. Перцы по-болгарски. Перцы запечь в духовке, дать остыть, очистить от кожицы и семян. Приготовить начинку из творога, зелени, чеснока и помидора, без кожицы и семян, яйца, соль, перец по вкусу. Аккуратно начинить перцы, обвалять в муке, взбитом яйце, панировочных сухарях, обжарить с двух сторон в растительном масле. Подавать теплыми, как второе блюдо, или холодными, как закуску. Приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. Пока!